Don't take it personal. I ain't lying. I ain't hiding. I've been grinding, multiplying. I've been trying to get my weight up, staying prayed up, meditating and taking time away. You always posting up pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in, yeah. You got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, cause baby, I'm on hiatus. I'm on hiatus. Baby, don't check for me. Taking time out to be and live my life off screen. Taking time out. Ребята, всем привет! Я очень рада, что наконец-то я снимаю влог. Я вам расскажу, почему я так долго не снимала влоги, почему я так долго не снимала на YouTube. В общем, это так тупо, вот честно, это так тупо, меня это так бесит, потому что как только мы приехали в Москву, а это было уже, наверное, неделю назад, как мне кажется, я каждый день думаю о том, что вот, типа, завтра мы поедем на дачу, нет, послезавтра мы поедем на дачу. Ну, типа, я думаю, ну ладно, что снимать, не буду снимать, сейчас я тут занимаюсь Инстаграмом, еще что-то, пошли с Кариной погулять. Конечно, я понимаю, что столько у меня было классных дней уже здесь, в Москве, когда мы с Кариной гуляли, со Славой гуляли, я могла все это снимать на влог, но я не снимала, потому что я снимала истории, потом мы фоткались, и как-то я просто наслаждалась тем, что я гуляю по Москве, и я каждый день реально думала, что, ну, я не буду снимать, наверное, потому что мы все равно завтра на дачу поедем, и, типа, как-то уже там начну работать, снимать, и потом уже в Москве тоже, типа, тут я пока отдыхаю. И в итоге каждый раз что-то мешало нам уехать на дачу. У меня начали появляться дела, потом у Славы работа, у меня работа. И, в общем, мы никак, нас Москва просто не отпускает. В общем, изначально, почему мы приехали в Москву, ну, как-то, не знаю, уже надо было как-то потихонечку начинать приезжать в Москву. Причем самое интересное, что когда мы приехали в Москву, еще не сняли ограничения, то есть мы поехали в Москву не потому, что ура, можно гулять, типа, нет, не поэтому. Если вы посмотрите хронологию моих сториз, тех же самых, не знаю, постов, грубо говоря, влогов тоже... Ну, короче, во влогах, ладно, я не снимала, не показывала, но реально, мы приехали в Москву до того, как узнали и вообще, что снимут ограничения, что, то, что их сняли. Это просто рассказываю, и, типа, у нас не было в планах такого, что все будем гулять и все в этом духе, хотя вот с Кариной все равно мы гуляли, потому что я сделала себе рабочий пропуск заново, который там до 14 числа должен был работать. Правда, я не знаю, сейчас же без пропусков, вроде бы, да, поэтому я как-то даже на них не смотрю, и с одной стороны, ну, конечно же, я очень рада, конечно, я очень рада, что, ну, какое-то послабление, на самом деле, это не значит, что там я сразу же побегу куда-то гулять, на мероприятие, и все в этом духе, единственное, что, наверное, я могу спокойно, хотя в магазин я и так ходила. Короче говоря, за тот момент, как сняли вот эти ограничения какие-то, да, я еще ни разу никуда не сходила, куда там я не могла сходить, когда были ограничения. То есть единственное, что я сходила в зоомагазин, в котором не была давно, потому что в Вивьене мы все закупили, хотя все равно какие-то вкусняшки мы тоже покупали там в перекрестке каком-то, еще что-то, а корма, вот это все мы закупились. Вчера или позавчера, я уже не помню, мы поехали со Славой, купили ей таблетку от клещей, блох и всего в этом духе, и, в общем-то говоря... Потом я такая, подождите, а глистов прогнать надо? И, в общем-то, да. Поэтому сейчас я сижу в машине. Почему я одна? Потому что сегодня Слава очень рано встал. Он как раз-таки помогал своей маме. Это первая причина, из-за которой мы приехали в Москву. А потом у нас начали появляться какие-то дела, работы. И поэтому Москва нас не отпускает. Поэтому сейчас он отдыхает дома. Я не стала настаивать. Говорю, типа, нет, поднимай свою жопу. Поехали. Нет, ну, типа, мне вообще нормально. Знаете, я, может... Кстати, раньше... Я бы, наверное, такая, ну как я одна поеду? Дело в том, что Карина сегодня занята. Кстати, Надя тоже занята, она вообще на дачу уехала, но, между прочим, мы с Надей уже виделись, кому вдруг интересно. Вот, очень часто меня спрашивают, почему я про Надю ничего нигде не рассказываю.
Ну, не знаю, может быть, потому что Надя не блогер, и, типа, мне всегда кажется, что вам не интересно про жизнь Нади узнавать, а, типа, с Кариной мы постоянно общаемся. Все равно, конечно, больше с Кариной общаемся, вот. Ну, и с Надей тоже периодически переписывались все это время, там, как дела, все в этом духе, созванивались пару раз. Просто я как-то об этом вам не рассказываю, наверное, потому что мне кажется, то, что вам, может, это не очень-то интересно, хотя вы все знаете Надю. И я все равно всегда буду рассказывать, что Надя, мы с ней учились с первого класса. Это моя единственная подружка со школы, реально, вообще. Я больше ни с кем со школы, из класса вообще не общаюсь. И вообще, в принципе, со школы ни с кем не общаюсь. В общем, сейчас мы поедем за глистами. Точнее, за таблетками от глистов. И я так боюсь, вы прикиньте, я не знаю, мне кажется, я так боюсь этих глистов. Охренеть, у меня садится фотик, это вообще невозможно. Кто? Что? В общем, ладно, ребята, значит, я все куплю и приеду домой. Тупо пипец. Так что поехали покупать глистогоны. Итак, ребята, как бы тупо это все не выглядело, но реально, у меня села камера, где я только сегодня не была. Сейчас я вам все расскажу, покажу. В общем, я только зашла домой, я была в продуктовых двух магазинах, потому что в одном я всегда беру мясо хорошее, в другом все остальное, там типа яйца и все такое. Я была в торговом центре, где я купила косметику, зашла даже посмотрела, ну не одежду, в общем сумку, которую тоже вам сейчас покажу. Это было, конечно, не обязательно, но мне, в общем-то, хотелось. И еще я была в другом торговом центре, где я заходила в ветаптеку. И в Макдональдс я заезжала взять чизбургер. Итак, в магазине Страдивариус я решила взять себе вот такую сумочку. Не знаю, насколько она вам понравится, но я подумала, что каким-то моим образом она подойдет. Она мне понравилась, потому что сейчас это, по-моему, модно, вот эти вот все мешочки, да? Сумка-мешок. Не знаю, опять же таки, насколько она классная. Еще недавно мне привезли классную кожаную рубашку, типа как куртка. И я думаю, что это будет вместе офигенно смотреться. Такой мешочек, удобненький. Я немножко вся помятая, извините. Ну, в общем, вот так. Напишите, что думаете. Мне кажется, что это сейчас модно. Вот. С чем-то определенным, с черной обувью, например, вообще классно. Ребята, я в закрытой пятерочке. Мы только что Славе делали рекламу, фоткали его. И мы тут совершенно одни. Так круто, что-то всем так захотелось. Ребят, ночью в магазинах поснимать блогеров. Сейчас будем вон там вылезать. Смотрите-ка, Макдональдс. Может быть, мне прошвырнуть туда. Завтра мы должны поехать на дачу. Мне, честно говоря, все так лень. Я просто с ума схожу. Именно ехать на дачу мне завтра лень. Но я очень хочу, потому что, как я и рассказывала, у меня там все вещи. Все. И даже пылесос, представляете? Единственное, что меня очень туда тянет, это шашлык, который пожарит Слава. Пожарит шашлык. Так что все, едем домой. Пожарю мясо сегодня. Итак, ребят, мы уже приехали домой. Я сделала мясо, гречку. О, начинается. Подготовила стол. Сейчас здесь еще появится тарелка с гречкой, с мясом. Ну, две тарелки. В общем, салат. Угу. Не очень люблю. Тут типа салата не так много, да, чтобы такую большую тарелку брать. Но я люблю вот так вот перемешивать с двух сторон. Типа я шеф-повар, поняли? Ну и не люблю, когда салат вываливается, и так удобнее намного. Лаваш сегодня свежий взяла, обожаю сыр чанах и папку вина. Ну а что? Вот, так что сейчас будем кушать мясо, очень рада. Всем привет, ребята, мы едем на дачу. Даже странно, что мы такие типа туда едем, учитывая, сколько мы там жили. Мы не брали много вещей, как раз таки мы взяли просто по минимуму, типа то, что нужно, зубные щетки, Вивьенин корм. И продукты какие-то, чтобы даже в магазины не заезжать. Взяли пустые чемоданы, в которых обратно повезем вещи с дачи. Да, Вивочка? Сегодня я дала Вивочке глистогонные. Я очень волнуюсь, потому что если я увижу глиста, я с ума сойду. Так что мы поехали. I'm back on my Benderos for the kicks. They quit to give them 2 cents. Put my circle tight like we glued hands. Like I
don't believe in new friends. Trail light, I know the ice thin. I drop the song, get a few wins. I crave the comfort in my own skin. Really, I just wanna feel the world spin. Cruff a check, watch me double that. I get it lit, I watch it bubble up. Remember opening for shows, never show, but I pulled through, I muscled up. Now the label won't fuck with us. I spin the paper, let them know what's up. I figured out we really onto something, cause the jealous niggas give a subtle love. Crazy, they hella shaky on that really, but that's fake. Shit, see through the shade, shit, they so unstable. Done waiting, I'm a wanderlust, I'm really going all the way to places. Never thought I'd take it all off the phrase, but I can't get no sleep. Мы приехали на дачу, Вивочка так счастлива, мой хороший. Собачкин, гулять пойдем, гулять. Что тут у нас? Там Вивин туалет наверху, а внизу тоже такой есть. Кроватка. Скучала. Мы, кстати, не брали Вивину лестницу вторую, решили, что одной хватит. Ох, я все еще переживаю по поводу глистов. На улице просто волшебно. Мы сейчас пойдем гулять, откроем окошки, чтобы запустить воздух прелестный. Супер. Все отседа вот заберем. Светы, камеры, штативы. Так что сейчас будем гулять. Только что приехали, дорога была очень хорошая, сюда, обратно, вот пробки были, так что тем, кто в воскресенье едет обратно с дач, не очень вам повезло. Привет! Это наш чемодан пустой, внутри которого еще один чемодан, чтобы мы перевозили. Ну, пустой, ты сняла меня, как я... А, ну не, он не пустой, там еще один. Пустой чемодан. Нет, там еще один чемодан, поэтому он не... То, что на мизинчике, нет. Так, ну, мы можем идти гулять? Какой гулять? Что? Будем дома сидеть, давай еще скажи. Ладно, пойдем погуляем. Тем более нам нужно выгулять Вивининых вероятных глистоидов. Глистон. И подцепить еще парочку, тройку клещей. Клещоидов. Ну, надеюсь. Дристан и глистоидов. Да, Дристан. Так, тогда нам нужно достать Вивин артефакт. О! Что это? Жесть, смотри. Ты крутишь, я не вижу так. Фу. Там какая-то жижа. Жажа. Плесень. Плесень? Фу, конечно. И мы это пьем? Мы привезли сюда из вещей только один рюкзак. Потому что у нас тут и так куча вещей, и мы взяли... Смотри, очень странная плесень, смотри, она какой формы. Стой, дай, стой. Я не знаю, но, конечно, не похоже на плесень, и одновременно похоже. Не же можно не фокусироваться. Ребят, если вы знаете, что это за приблуда, может, кто-нибудь биологом, знаете, там это учится. Вау, это очень интересно. Она, причем, смотри, равномерный кружочек вот такой. Ну, как водичка стояла. Очень круто. Круто. Выпьем? Давай, ты первый. Конечно же, мы никуда не едем без Apple TV, даже на один день. Вивьенин корм, Вивьенин фламинго, игрушка, без которой мы тоже не путешествуем. Да, мы хорошие, это твоя самая любимая игрушка. Пусть тут полежит. Так, ну и конечно же, гулять! Смотрите, какой у Вивочки ошейник, точнее поводочек. Слава тут посеял свою флешку, которая ему очень важна и дорога, на которой куча разных лицензий для его работы. Ну там музыкальные плагины всякие, все, что с этим связано, я в этом не сильно разбираюсь, но... Ой, не сильно разбирается, он все знает. Автотюном пользуюсь. Да, да. Вива, нет, не уходи, солнышко, пошли гулять. Вива, Вива, ой, Вива. Ты моя сладкая, со мной, давай пошла. Сегодня я сделала супер легкий мейк, не накрасила даже брови. Консилер. Угу. Брови я их приподняла с помощью геля, не красила, вот такие у меня брови, натурель. Все равно темные, видите, какие реснички, кстати, я буду, в общем, у нас такой план, в понедельник, завтра мы едем в Москву обратно, потому что во вторник у нас Кариной маникюр, а в четверг у меня наращивание ресниц Ванни Ключко, я так рада, во-первых, потому что эти реснички я уже нормально так помучила, износила, ну, точнее, даже у меня просто мои ресницы отросли, поэтому уже, как бы, многие отвалились, но в целом держались очень хорошо.
все налаживается. Сейчас пойдем гулять, я очень этому рада, очень счастлива. А, ну что еще из косметики? Хайлайтер и румяна. Все. Все, девочка, гулять. Я знаю, что вы давно уже привыкли к тому, что моя собачка — это мой малыш, но посмотрите, как мило я ее завернула. Бусинка. Я ее искупала. Долго искала у нее клещей. Так и не нашла. Вот он мой конверт, завернутый в папину кофту. Я его поправлю. Ну что вы, хороший. Мамин конвертик. Нравится тебе тут лежать? Вот так вот я ее завернула. Так люблю эту бусинку. А мы сейчас размораживаем мясо, будем шашлык жарить. Хотя вчера я жарила говядину, тушила. Ну, в общем, что поделать. Хочется шашлыка, завтра уже уедем и не поедим шашлык, что ли, получается. Ребята, всем привет. Представляете, третий день я снимаю. Зачем? Так странно. Все, потому что... Ты снимаешь и не монтируешь? Да, но я ничего толком нормального не сняла до этого. Я пыталась снять, но первый день у меня села камера, во второй день мы поехали на дачу, и я была очень замученная, уставшая, нужно было сделать что-то покушать, и в итоге я как-то так забегалась, что у меня не то чтобы там настроения не было снимать, ну да, наверное, настроения не было снимать, если бы я снимала, то было бы еще хуже, поэтому я решила, что лучше мы чуть-чуть подождем, но выйдет хороший влог, интересный. У меня столько всего накопилось, только обо всем надо с вами поговорить, рассказать, но самое главное, что сейчас происходит, это мы с Кариной едем на маникюры. Ура! Карина будет наращивать ногти. Я, как всегда, очень этому рада. Больше, чем тому, что я иду делать маникюр. Как всегда. Да, у меня ногти, в принципе, мне очень нравятся, как у меня были сделаны ногти по цвету. Ай, скотина такая. Но у меня есть проблема. Вот этот ноготь, если поднажать, он будет отслаиваться. Сегодняшний мой день начался с того, что я проспала. А вообще, хочу начать еще со вчерашнего дня. Когда мы приехали, переехали в Москву с дачи, это был просто лютый ужас. Я вчера поняла, что намного сложнее разбирать вещи, когда ты вот так вот переезжаешь с дачи, типа, или с одного места в другое, нежели чем когда ты откуда-то прилетаешь из путешествия, даже если два чемодана. Обычно вещи разбираю я, конечно же, не Слава, потому что, понимаете, он, конечно, может что-то разложить, то, что у него в комнате должно быть, он знает, где должно лежать, но в основном все остальные вещи — это одежда, которую складываю я. Если это будет делать Слава, то потом я сойду с ума и буду все это перескладывать. Ну, я думаю, вы догадались. У него тоже одежда? Конечно, я складываю его одежду тоже. Я такая женщина хорошая, ну просто с ума сойти. Ну да. В принципе, сложить вещи — это не так уж сложно, не так уж долго. И вчера я безумно устала, потом еще вчера у Вивьены нашли клеща. Из-за этого мое настроение испортилось. Что еще потом было? А вот можно вопрос задам, да, тебе? Да, конечно. Вот у тебя есть два дня, да, которые ты снимала так обрывисто. Да. У тебя нет желания? Вот у меня постоянно такое желание. Если я не идеально сняла, я удаляю влог, я его не выставляю. У тебя нет желания просто, ну, типа, вот этот влог одного дня выпустить, а то забыть? Или там важная информация? Ну, я еще не монтировала, поэтому не знаю. Но если вдруг вы вначале ничего не увидели, значит, я так и решила сделать. Но первый день я хоть что-то снимала, что-то рассказывала, потому что, ну, я старалась реально. Только единственное, что у меня потом прям в начале дня села камера, и я как бы не подготовилась. Но я рассказывала как раз-таки там, почему я так долго не снимала видосы. Это было позавчера, по-моему. Дело все в том... Зачем ты рассказываешь? Тогда тебе придется точно то удалить. Не, ну если я удалю, то я это оставлю. Она. На даче, конечно, было офигенно. Но учитывая, что в Москве уже все плюс-минус, да, открыто, я не могу на даче спокойно сидеть, зная, что здесь кипит жизнь. И это не значит, конечно же, что я бегу по всем вообще сразу местам, которые открыли. Нет. Только по салонам. Но это необходимо, да, для моей жизни. Да, Карине вообще пипец. Там доктор прописал.
Кстати, по поводу докторов тоже интересно, потому что я же все-таки так не сходила к врачам и планирую это сделать, но у моей мамы 20 числа день рождения, и все это буду я делать, получается, после 20 числа, потому что мы снова поедем на дачу, но к маме уже отмечать днюшку. Карина тоже, кстати, приглашена. Конечно, тусинг будет датский. Да. Я приеду на 3 дня на дачу в субботу. Да ладно. Да, ну я с субботы на понедельник. В общем, рассказывать еще много чего, поскольку еще Карина будет снимать сегодня влог. Я буду вам еще дома что-то рассказывать. Ну и вообще, в принципе, я думаю, влоги получатся разные, несмотря на то, что они происходят в одно и то же время. Уже сказала, когда влог? Была дома, да. Потому что у меня своя информация, у Карины своя информация. И если что, только место одно, куда мы идем, уходим, но по сути. Конечно, вот тебе цветочек. Красивый, настоящий. Да, пионы. Delicious. А, так вот, утро мое началось с того, что я приспала. Я еще ничего не поела, конечно же. Это ужасно. Она сейчас 2 часа будет сидеть на маникюре, и, наверное, будет тяжело. Я поела. Везет. Конечно. Если бы я знала, я бы тебе взяла, ты мне сказала. А типа... что бы ты мне взяла? Ну, сосисочку. С хлебушком, с кетчупом. Ну, это мило. Ну, не, я просто... Я расскажу. Я хотела заказать себе Бургер Кинг. Потому что его очень быстро довезли бы до моего дома. Завтрак. Да, но я потом подумала, я просто представила, пока красилась, я уже такая должна была сделать шаг к тому, чтобы заказать еду, а потом я представила, что я сейчас сижу, ем воппер с луком. Вот просто как я встала. Пусть это и не самое утро, но для меня это утро, поскольку я только встала, получается. И я думаю, не, я как это представила, меня прям мутить начало. Давай! Быстро! Вот, мы опаздываем на 20 минут, поэтому сейчас я напишу в салон. Давай! Что, извините, вообще? Ну, надеюсь, что нас не наругают за это. Уже все красный. Ну, не расстраивайся ты так. У нас с Кариной большие планы на эту жизнь. Мы каждый день с ней обсуждаем разные бизнес-идеи. И почему-то очень долго мы этого сторонились. И знаешь, бывает такое, говорят, типа, не ведите бизнес с друзьями, типа, из-за этого можно поссориться. И я вспомнила, что в моей новой рубрике тема про дружбу, я говорила, что я не знаю вообще, какая может быть причина, из-за чего мы могли бы поругаться с Кариной, потому что, ну, мы как сестры, хотя, знаешь, сестры тоже могут сильно поругаться, если у них, например, один вкус на мальчика, знаешь, один парень нравится обоим, ну, грубо говоря. Есть же разные такие истории. Но у нас, слава богу, вот конкретно эта тема никак ничего не это самое. Карина вообще уже без 10 минут замужняя женщина. Да, без 10 минут. Вчера мы должны были стать мужем и женой, 15 числа у нас был ЗАГС. Охренеть. Не успела. Этот, про бизнес, кстати, хочу сказать, что, в принципе, мы реально можем с тобой поссориться, если что угодно сделаем, знаешь почему? Потому что... Кто-то кому-то не поверит из-за денег? Нет, в этом я даже, ну, ни в коем случае... Вот в этом я тоже не сомневаюсь. Не сомневаюсь. Да. Именно, знаешь, например, ты в какой-то момент будешь больше работать, чем я. Или наоборот. Я не буду на тебя обижаться, если ты будешь меньше работать для нашей общей цели. Я тоже не буду. Потому что я уверена, из-за свадьбы окей, но до свадьбы еще есть время. Я думаю, что к тому моменту уже у нас все наладится, будет... И... Все-таки я думаю, что наша идея, она такая, конечно, можно сказать, что вечная, но я думаю, она все-таки больше вечная. Будет работать именно первые там какие-то месяцы. Ну, в общем, не знаю, посмотрим, конечно, как получится, но я думаю, что это точно не будет какой-то причиной. Либо мы можем просто во вкусах не сойтись. А что во вкусах сходиться? Ну, типа, я скажу, же... давай вот так, а ты скажешь, нет, давай вот так. Нет, я не утверждаю, что это случится. Мы с тобой давно знакомы и, скорее всего, найдем компромисс. Не, я думаю, и что не будем стыдиться, мы найдем... говорить друг другу, эй, давай там это, или давай не так. Но это, я говорю, возможные варианты. То есть даю понять, что из-за денег мы точно не поссоримся. Ну, из-за да. другого, может быть, говори. Да ты все сказала, братка, отлично сказала. Ну, да. Я думаю, даже если поссоримся, то это не будет, типа, ссора на века. Ну, типа, чтобы мы больше никогда не общались. Мы можем вздорить. Но я не думаю, опять же, это не такой бизнес многомиллионный, я не знаю. Хотя кто знает? Это мы сейчас так говорим. Да не, я уверена, что все будет хорошо. Карина играет очень важную роль именно в том, что мы хотим сделать.
сделать. А я, типа, идею эту подала, хотя мы об этом, наверное, уже 100 раз даже думали, но именно загореться этой идеей... Благодаря твоей идее мы загорелись этой идеей. Ой, да. Извините за загадки, я представляю, каково это. Да, это очень... Но когда вы узнаете, мучает, что мы делаем, вы все поймете. Я думаю, что люди будут безумно рады, потому что... Я думаю, они этого ждут, и я еще больше буду говорить загадками, но реально это будет очень классно. Это будет, не знаю, мне кажется, от нас этого очень давно ждут. Вот, теперь напишите в комментариях, насколько сильно вы ждете того, чего не знаете пока сами. В общем, мы едем, дорога немножко с пробками. Напиши в салон, что на 25 минут опаздывают, да, эти напишу, щеки вонючие. Напишу в салон. Недавно, когда я пошла покупать вот эту сумочку, мои хорошие, я просто ее тоже показывала в видосе. 1700 рублей, брат, зачем Гуччи? Зачем Луи Виттон? Очень красиво, да. Тебя тоже. Я хотела вот такую, как у Карины, если кто не понял. Но ее не было. Поэтому что? Мы опаздываем уже на 30 минут. Вот, а что я говорила-то? Про сумку и маски. Кому-то пофиг. А, да, я стояла в очередь покупать сумку. Ко мне подходит девочка, подписчица моя, без маски. Я говорю, ты что без маски? Она говорит, да мне пофиг. Я говорю, ну в смысле пофиг, не боишься? Она говорит, нет. Ну, блин. Бояться нечего, когда ты один дома живешь, и ты не болеешь, да, с болезнью какой-то легкими. Согласна. Бояться стоит, если у тебя старички дома. Да, блин, я уверена, все будет хорошо. Конечно, там руки помыть, все такое, и стараться. Да, тоже конечно. Я не могу не грызть ногти, девочки. И я, слава богу, не это самое. Тебе надо в перчатках по жизни ходить просто, чтобы не грызть. Потому что ты же не будешь целлофан грызть. Буду. Через целлофан прогрызешь. Короче, ладно, я буду писать в салон, что мы опаздываем. Надеюсь, извиняться. Да, простите заранее. Надеюсь, что мне не лишат возможности нарастить ногти. Это же да дольше. Да не, я думаю, они закладывают. У меня вообще в планах было сделать дизайн. Дизайн. Не дает проекцию. Не знаю, что из этого вы могли расслышать, услышать, но суть в том, что сегодня все очень напряженные, и, в принципе, не мудрено. Я сегодня... Ретроградный Меркурий? Я не знаю, какой, но явно не мой день сегодня тоже, потому что я тоже проснулась вся злая на нервы, потому что я проспала, не поела. Ну, вы сами понимаете, это уже как бы нервишки. Для меня это день сразу... Да. И, ну, не... Будем позитивными. Главное доехать до Маника и все, позитив. И несмотря на то, что мы уже на 40 минут опаздываем, я предупредила, конечно, салон, и мы еще 100 тысяч раз попросим прощения, потому что это такое... Ну, красивое. Да, мы как бы обычно всегда стараемся заранее приехать, но, к сожалению, в Москве бывает такое, что ты можешь посмотреть по навигатору и даже заранее выехать, и все равно опоздаешь, потому что вот эти пробки, которые сегодня появились, такие прям жесткие, которых мы точно не ожидали, поскольку мы как-то за последние месяцы привыкли, что уже не так много машин вроде как, половина на даче, плюс карантин и все такое, а тут сейчас, в общем, один чувак очень наглый хотел в нас въехать, ну ничего страшного, но просто он, в общем, хотел в нас въехать, он подумал, что он должен проехать, но на самом деле он должен был нас пропустить, тоже какой-то нервный. Кошмар, что сегодня со всеми происходит, просто. Я, конечно, влезла. То есть там не было поворота налево. Но он же видит, что ты уже стоишь. Какого хрена? Да, зачем он прям, типа, он прям, знаете, разогнался и показал нам. Он прям разогнался и показал нам то, что, типа, какие мы плохие. Типа, он должен был проехать. Но все равно так просто. Просто надо быть спокойнее. Я всегда пропускаю, когда влезают. И сама влезаю. Ну, типа... Да, я тоже. Чего мне стоять? Люди, которые сейчас всегда не влезают и стоят в пробках, наверное, меня проклинают. Ну, извините. Не, ну просто все люди разные. Кто-то влезает постоянно, кто-то думает, спокойно доеду, постою в пробке. Это я. Но иногда бывают моменты, когда у меня уже терпения не хватает, и я тоже начинаю влезать, вылезать, и бывает, я тоже достаточно нагло надо поступаю. Крутиться в жизни, понимаешь? Люди да. Вон есть, постоянно влезают, а я смотрю и думаю, я что, лохушка, что ли, стоять? И поэтому тоже так делать. Да, неправильно. Но я не хочу терять 20 минут, если знаю, что я могу за 2 минуты проехать.
если люди рядом так делают. Ну, типа, конечно, такое, не знаю, я не хочу себя оправдывать, но я себя оправдываю, мне нравится. Точно, правильно. Я не всегда так делаю, я так делаю где-то 80% от всего времени. И не нарушаю, просто, ну, влезаю, например, стоит кто-то на съезд, да, и я хоп-хоп. Ну да, Карина часто ругает, когда мы едем на мне, Карина часто меня ругает, он говорит, да что ты стоишь в этом ряду, объезжай вот так, вот так. Ну типа, казалось бы, вроде я с самого детства там в тачке, вроде как должно было быть наоборот, чтобы я такая наглая водила, да, но я не знаю, я не такая. Ну, может, у меня не, я тоже как бы бываю наглой на дороге, но это такие достаточно редкие случаи, я не знаю. Светофор. Давай скажем свой заказ в каждом ресторане. Это такая интересная игра. Давай я начну с KFC. KFC я беру обычно 6 оригинальных стрипсов, картошку и 2 сырных соуса. А ты? 9 острых стрипсов и 3 соуса барбекю. Угу. Ну и понятно, какой-то напиток, например, может ну, да, быть. Иногда напиток, иногда нет. Угу. В Бургер Кинг я беру Whopper Junior маленький, картошку и все, без сырного соуса даже. Я в Бургер Кинге вообще не люблю кушать, поэтому мне там нравится единственное, что мороженое и картошка. Там было раньше такое вот вкусное все. Мороженое, которое убрали, я в шоке. Вот, не знаю, помнишь ты или нет, которое такое с стружкой шоколадной, типа белое мороженое, оно как коктейль Oreo. Какой-то был. Не знаю, насколько сейчас, потому что я мороженое вообще, в принципе, редко ем, но я раньше... Я ела мороженое, знаешь, когда последний раз? Очень давно, мне кажется, 5 месяцев я его не ела уже. Не, я ела как-то недавно, но до этого, наверное, тоже полгода или год не ела мороженое. Не знаю, просто в какой-то момент захотелось мороженого, я подумала, давно его не ела. Вот, это все. И теперь осталось последнее, Макдоналдс. Ну, Макдоналдс все знают. В последнее время в Маке я беру себе помимо 6 наггетсов, картошки, сырного, кисло-сладкого, еще и чизбургер, представляете? Думаю, блин, так его люблю. И все съедает наполовину, небось, да? К сожалению, да. Чизбургер, я раскрою секрет, как я его ем. Я открываю его и смотрю, где огурец, чтобы покусать именно там, рядом с огурцом, и съесть огурец. Потому что мне не так сильно нравится все остальное. Ты можешь просить экстра огурец? Да, 2. Конечно, даже 3. Но мне так не надо, мне 2 хватит. Ну, в общем, ну и наггетс, понятно. А ты? Я давно тоже не ела в Маке, но если бы я туда пошла, то я бы взяла дофига всего сразу, наверное. Ну, вообще это плохая привычка, нет, я буду стараться брать всегда до 500 калорий, чтобы было, например, картошку. А что ты наггетсы? А наггетсы ты любишь? Картошку с бургером или просто Биг Мак, ну типа того. Я люблю много всего, да. А что еще, какие еще есть кафе? Никаких? Все остальные не знаю. Бонжур. Мы приехали. Сейчас нашу машину заберут. И мы пойдем в салон. Погода огонь, просто так красиво. Единственное, что я не очень довольна своим луком, потому что я хочу пофоткаться сегодня, а я очень быстро собиралась, и поэтому взяла, грубо говоря, первое, что пришло ко мне в руки. Очень счастлива, что наконец-то открылись салоны. Наш скорее салон, в который мы постоянно ходим. Ну, как наш, ну вы поняли. Очень переживаю, очень не хочется сидеть все это время в маске. Но я понимаю, что, скорее всего, придется и надо. В общем, ребят, я ничего не сняла в салоне. Но не обессудьте, зацените мой маникюр. Кстати, идею этого маникюра мне как раз подписчики подсказали, поэтому спасибо вам большое. Сейчас найдем свет хороший. Типа 2 мраморных ногтя, 3 этих матовых. Мне очень нравится. Красота! Карина фоткает. Ой, как красиво! Ого! Я думала, ты фоткала это. Что? Вот это. Это я и фоткала, вот. Просто еще я фоткала отдельно лед. Круто был. У тебя мой телефон. На. Пил. Ой, постоянно. Блин, невкусно сделали. Да ладно, ты не расстраивайся. Покажи свои ногти лучше. Форма. Ты тут капелька.
Все, уже нет. О, кстати, смотри, на таком фоне можно сфоткать, да? Эстетичный контент. Нет, слишком простой фон. Ну минимализм же. Нет, слишком. Братка учит меня минимализму. Завтра у Карины с Оском 5 лет. Охренеть, завтра. Я как подумаю... А, 19-го, извиняюсь. Ну да, ну через 2 дня. Я как подумаю, я вообще в шоке. Столько вы вместе. Охренеть. С первого дня я знала, что у нас будет свадьба 19 июня в любой год. Ну нифига, коронавирус сказал мне. Но опять же таки, все, что не делается, все к лучшему. Может, хотя бы к 24 октября похудею. Жарко. Нормально ты присобачила. Угу. Нет карманов нормальных. Анна Каренина. Кто смотрел? Я смотрела. Любимый меня сводил. Я не люблю такие темы, честно. Мюзиклы? Ну, вообще, мне, не знаю. Типа, по сути, я должна этого стыдиться, но я, честно, не балдею. У нас отвели в Питере на балет. Ну, посидела я. Подожди, мы когда были в Лондоне, Маму Мию вместе смотрели? Нет. Да ты что? Понимаете, смотря на что я приду, смотря что я буду смотреть. Но, может быть, ты просто не ходила на классные мюзиклы и не посещала. Я ходила на один, мне очень понравилось. Что это было? Я прям обалдела и кайфанула, но мне не хочется идти еще раз искать какие-то новые, потому что я больше люблю кино. Да, но... И сериалы. Сериалы рулят. Я тоже, понятное дело, если мне скажут, выбирай, куда ты сейчас пойдешь. В кино или в театр? На мюзикл? Наверное, я пойду в кино. Но иногда у меня появляется такое дикое желание сходить на мюзикл, сходить, посмотреть какую-то постановку. Постановку. У меня нет такого желания. Не то чтобы я горю этим желанием, но если появляется такая возможность, типа, знаешь, кто-то билеты подарил, как было с Анной Карениной, я с удовольствием пойду. То есть, может быть, сама я не пойду и не куплю, и не закажу эти билеты, но если кто-то мне их подарит, или кто-то меня пригласит, то я с радостью пойду. Ну, не знаю, мне кажется, что это как... Ну, это полезно в любом случае. И, наверное, как-то необычно, потому что, по сути, ты смотришь кино, но только в реале. И, конечно, могут очень классно сделать, но все равно в мюзиклах, что мне не очень нравится, не знаю, поют ли они вживую или нет, но мне кажется, что нет. Не знаю, если честно. Я думаю, что все-таки вряд ли они поют вживую. И вообще, в принципе, у меня почему-то складывается такое ощущение, что они вообще открывают просто рот под текст. Я тебе так скажу. Я никого не палила, да, что типа, ой, случайно рот не в том месте открыла. Но вот у меня почему-то такое ощущение, не знаю. Но самый классный мюзикл, наверное, который я смотрела, мы смотрели еще в Лондоне, когда я поехала туда учиться, «Чарли и шоколадная фабрика». Это было очень красиво. То есть это, наверное, ты даже больше смотришь и интересуешься это посмотреть ради того, какие декорации сделали, насколько они повторяют там что-то такое. Потом «Мама Мия» тоже смотрели. Классно. Да, все на английском. Нифига не понимаю, но так интересно. И когда я смотрела «Чарли и шоколадная фабрика», мюзикл, мне очень понравилось. Я ничего не понимала, что они говорят, но я знала, потому что я видела фильм. В этом тоже есть, да, в этом тоже есть кайф. Ну и просто это тебя переносит в атмосферу, знаешь, взять бокал вина, типа я такая аристократка, бинокль, не вижу. Ну вообще, не знаю, прикольно. Не всегда же только эти фигню всякую делать и заниматься фигней. Вообще, наша жизнь странная штука. Это как книги читать. Типа да, нам навязали, годами навязывают. Я не говорю, плохо это или хорошо, но все-таки это есть установка в голове, что, мол, все вот эти места, они крутые, их нужно посещать для того, чтобы просветляться, да, все дела. Да. Но, по сути, это только у нас в головах. Это просто, ну, типа, это не... Ну как это сказать? Ты поняла, о чем я? То есть это просто идет из прошлого. То, что это прикольно, но на самом деле фильмы не хуже. А люди так фильмы не возвышают, как, например, постановки какие-то. Не, ну почему же возвышают какие-то фильмы, которые... Нет, я не говорю, что мы не сравниваем фильмы с театром. Вот в том плане, что полезней. Просто театры это... Ну ты приходишь, это атмосфера другая. Ты видишь, как люди работают прямо у тебя перед глазами. А я фильмы согласна. Ты не знаешь, не видишь, как они снимаются.
Я знаешь, что я имею в виду? Что если, например, я скажу человеку, я каждый день смотрю там, ну, типа, постоянно смотрю фильмы, обожаю фильмы и все такое, будет ощущение, что какой-то бездельник. Если скажу, что я каждую неделю хожу в театр, будет ощущение, что ты такая умная, она такая образованная. Ой, да. И это все у нас в головах. Понимаете? Не, ну я думаю, что все-таки есть что-то в этом. Это как, типа, сравнивать книгу читать и слушать аудиокнигу. Мне кажется, все-таки, когда ты читаешь, когда ты читаешь сам, в любом случае ты больше развиваешь свою речь, чем когда ты слушаешь. Это то же самое, мне кажется, можно приравнить как раз-таки к театру. Что когда ты это видишь вот так, мне кажется, ты больше все-таки получаешь каких-то вот этих самых нужных. Подберите слова в комментариях. В общем, ладно. Мы так и не пофоткались еще. Ты уже кофе свой допила, а я нет. Мы едем с ноготочков уже домой. Едем к Карине. Настроение супер, погода хорошая. У меня сегодня в планах было снять дома ночью или вечером, не знаю, третий выпуск моей новой рубрики «Тема», потому что, мне кажется, люди переживают и думают, что я забила на эту тему, но нет. Самое интересное, что следующий наш выпуск будет на тему секса. Представляете? Я очень волнуюсь, но мне кажется, что все ждут очень сильно этот выпуск, и мне постоянно пишут, когда новый выпуск, он обязательно скоро будет. И да, сейчас я включаюсь в работу, у меня был такой отдых, так назовем его, перерыв. И мне каждый день до сих пор, несмотря на то, что выпуски пока не выходили новые на моей новой рубрике, до сих пор каждый день приходят новые письма, новые истории на мою почту. Поэтому, ребят, не забывайте, обязательно я не закрываю эту рубрику. Она продолжается, и будут еще выпуски, только уже в Москве. Вот, и, возможно, действительно, даже, да, возьмем бокал вина, будем обсуждать такие щепетильные темы. Болтали тут с Кариной за жизнь, за то, что нужно всегда отстаивать свое мнение, даже если кто-то может с этим быть не согласен, потому что я тоже была с чем-то не согласна. Ну и да, но пробки, так обидно, сегодня весь день нас преследуют пробки, но зато какое небо. Мы с тобой болтаем. Да, болтаем, обожаю болтать, обожаю дружить. Когда особенно у тебя с подружкой на многие вещи одинаковое мнение, угу. И вы согласны друг с другом, да. Это приятно. Было бы жестко, если бы мы друг друга хейтили за то, что не согласны с мнением друг друга. Тогда бы мы вряд ли дружили. Точно. Круто иметь одинаковое. У него рюкзак как-то рекламировала? Да. По твоей, что ли, рекламке купил? Надеюсь, по моему промокоду. Стопудово. Я рекламировала это 1.5 года назад. Просто увидела. Наверное, потому что завидую тебе и хочу все, как у тебя. Ты об этом не думала? Обожаю. Обожаю эту жизнь. Знаете, меня, кстати, никогда не обижают, потому что реально есть люди, которые иногда могут написать, типа, ой, все как у Карины. А видео, которое мы снимали со Славой, где мы отвечаем на вопросы отдельно друг от друга, мне несколько людей написали видео, как у Саши Поносова, или как ее? Поснова. Поснова, да. Поносова. Смешались два блогера случайно в голове. Поносова, да. Короче, Саша Поснова, да? Да какая разница, да, для YouTube? Да! Можно снимать, что хочешь. В общем, суть в том, что мне написали, типа, офигеть, просто точь-точь идею слезала у этого блогера. Кто-то писал, что у тебя, кто-то писал, что у этой девочки. Я думаю, алло, народ, YouTube, вы знаете, что такое? Некоторым одному, наверное, человеку ответила, типа, вы вообще в курсе, что такая рубрика на YouTube, не рубрика, а такое видео снимают уже много лет все. Но, типа, чтобы вы понимали, я вообще не смотрю эту девочку-блогершу. Я не к тому, что она там, да, какая-то плохая. Нет, я просто не смотрю ее видео, я даже не могу, типа, украсть эту идею. Ее, в принципе, невозможно украсть идею, если это уже снимали все, согласись. А знаешь, что я хочу дополнить? На самом деле, это просто у людей, ну, которые это пишут, у них совсем другая жизнь. Они, например, посмотрели вчера видео этой девочки, хоть оно там давно, может, вышло, да. И они сразу, у них ассоциация пошла, и они тебе так написали. По сути, это просто было воспроизведено человеком через призму, как бы, его жизни. А мы на это как-то реагируем, типа, какого фига вы так сказали? У меня тоже есть такая проблема. Но, может быть, реально, ну, какие-то обстоятельства его замотивировали написать тебе это, но он не вкладывал, может быть, какой-то негатив, просто это интересно так было. Типа, не знаю, я всегда то, что не нравится мне, воспринимаю как негатив. Типа, как так?
как? Это они у меня украли идею снять такое видео через много лет, когда это снимут все. Короче, я понимаю, что есть люди, которые вчера просто вообще в первый раз в жизни открыли YouTube. Ну, наверное. Mm-hmm. Хотя, мне кажется, таких нет, но, возможно, есть такие люди, которые вообще не смотрят блогеров. Если вы вдруг зашли на канал какого-то блогера, увидели какое-то видео, которое вы вчера посмотрели у меня или еще у кого-то, это не значит, что он украл идею. Вообще не значит. Бывает даже, знаете что, у меня один раз вместе с Сашей Спилберг в один день вышли видосы, где мы пранкуем своих парней песней. То есть мы об этом не договаривались, не общались, то есть не было вообще намека на то, что типа, ребята, завтра у меня выйдет видео, где я пранкую своего парня песней. Типа даже таких приколов в историях в Инстаграме где-то не было. И у нас вышли в один день такие видосы, но это было уже не новое, да. То есть это не наша идея. Но суть в том, доступен. Такое бывает. Снимаю влог о том, как Карина снимает влог. Типа, чтобы вот так вот было, вот на заднем фоне, и ты сидишь, что-то рассказываешь. Ну да. Почему так никто не делает? Это же очень красиво. Так делают. Делают? Я просто ни разу не видел. Ну, как ты смотришь, ты блогера. Вот о чем мы, кстати, и говорили о машине. Нифига, как у нас четко переходик получился. В общем, Оск. Привет всем. Сидим у Карины. Сейчас Карина кушать делает себя, потому что она сегодня, мне кажется, вообще ничего не ела. Я, правда, съела бутер. Кстати, в братьях Крываевых взяла бутер индейка. Было неплохо, я скучала. Обычно я брала бутер индейка яйцо, но его не было, поэтому я решила взять индейка. И было, кстати, очень даже неплохо. Привет, ребятушки! Я уже дома. Карина меня привезла, и сейчас я выставляю сторисы. В том, что Вилла уже взрослый месяц. И мне кажется, что они подружатся. Я переживаю, конечно, что Вилла будет ревновать, но... Я очень хочу завести вторую собаку, мальтийскую болонку. Я об этом думаю уже на протяжении года, наверное. Вот, ну ладно, может, не так уж прям года, но полгода точно. Я об этом постоянно часто думаю, вспоминаю, возвращаюсь к этой мысли. Реально хочу завести вторую собаку. Но проблема в том, что я не могу на это решиться. Точнее, мне как будто бы на вторую собаку решиться сложнее, чем на первую. Хотя на самом деле, когда ты заводишь собаку, это уже большой шаг, потому что ты понимаешь то, что с ней нужно делать, за ней нужно ухаживать, возможно, какие-то операции делать, например, как мы делали этот самый, стерилизовали Вивьену, и если или когда у нас будет вторая собака, она будет тоже девочкой, мы то же самое будем делать. Ну, я уже рассказывала, почему я это сделала. Ну, типа, я завожу собаку не для того, чтобы ее разводить. Я знаю, что если вы не разводите собаку, кто не в курсе, и при этом не стерилизуете ее, у нее могут возникнуть проблемы со здоровьем. Я очень много об этом смотрела, читала, узнавала у знакомых, у ветеринаров, у всех. То есть я пришла к такому выводу, что если ты берешь собаку, чтобы ее разводить, чтобы у нее было потомство, то бери и своди собаку. Если ты не будешь ее разводить, сводить, там, да, вот это все, то стерилизуй, кастрируй, потому что, ну, это типа, знаете, собака не выполняет свое предназначение биологическое, она не дает потомства, из-за этого возникают проблемы со здоровьем. Я уверена, ну, просто знаю, и типа, зачем мне надо, чтобы у моей собаки постоянно были какие-то течки? Когда у нее была течка, у нас у Вивы была одна только течка, после которой мы как раз ее стерилизовали. А у нее, ну, сисечка одна как-то набухла и была какого-то сине-фиолетового цвета. Ну, не сильно яркого, но все равно мне это не понравилось, и я испугалась, и я подумала, мало ли что. И вот эти вот каждый раз переживания мне не нужны. То есть мы долго сомневались, думали, плюс ко всему она бы сама не родила, потому что она очень маленькая собачка. Ну, в общем, не знаю, мы подумали, конечно, мне было бы интересно увидеть ее детишек, но не знаю, в общем, мы решили так. И я понимаю, типа, я уже прошла через многое с собачкой связано. Мы уже доставали Вивьене клещей, глистов гнали, там, таблетки сейчас будем тоже давать от клещей. Ну, типа, я понимаю, что нужно. Мы уже не раз ездили к ветеринару с собакой, зубы вырывали. Ну, не знаю, мне кажется, что когда ты знаешь, на что ты идешь, тебе должно быть легче решиться на это, на второй раз такой же. Но почему-то мне сложно, не знаю. Опять же таки, я как будто бы думаю о том, что Вивьена будет ревновать. Но опять же таки повторюсь, что мне кажется, что это глупо. Потому что у меня всегда такие мысли в голове. Ну, блин. Это бред, потому что когда у меня будет ребенок,
я же не буду там не заводить второго ребенка только потому, что я буду думать, что первый мой ребенок будет ревновать. Если бы все так думали и так бы поступали, то тогда ни у кого бы не было ни братьев, ни сестер и все в этом духе. И мне кажется, что это бред. Конечно, может быть, Вива будет ревновать, может быть, для нее это будет неожиданно, но, а может быть, наоборот, она будет безумно счастлива, ей будет очень весело, она будет постоянно с кем-то играть, ей будет не так одиноко, потому что у меня не всегда есть возможность уделить ей внимание. И я долго думала над тем, что я не хочу заводить вторую собаку только для того, чтобы Вивьене было весело, ну, не скучно, не одиноко. И я думала об этом, то, что я не буду заводить вторую собаку только из-за этого, потому что это неправильно. Если я завожу вторую собаку, беру вторую собаку, то только потому, что я хочу вторую собаку. И в какой-то момент я поняла, что нет ничего страшного, что мое первое какое-то желание завести собаку, это потому, что я хочу, чтобы у меня было две собаки, чтобы они вместе играли, веселились, и Вивочке было не так одиноко. И я понимаю, что в этом нет ничего такого, иметь такое желание первоначальное, да, потому что кого бы я ни завела, какую бы собаку я ни взяла, возьму или нет, я ее точно так же полюблю, она будет точно так же моей душой, моим сердцем, моей любовью, ну, типа, я просто это поняла и подумала, что пофиг, потому что мне кто-то писал как-то в комментариях, что нельзя заводить собаку только для того, чтобы твоей первой собаке было не скучно. Почему нет? Можно. Это же не значит, что я не буду ее любить. Вот как я для себя это все обозначила. И мне, в принципе, вот сейчас в моей жизни хватает одной собаки, вот честно. Но когда я думаю о том, что в моей жизни, в моем доме, не знаю, просто моих возможностей достаточно, чтобы еще 5 себе собак взять, ну, типа, я думаю, почему нет, почему бы не завести вторую маленькую сладенькую собачку? Ведь я люблю животных, и животные — это кайф. Я не знаю, у меня столько прекрасных, прелестных воспоминаний о Виве, и сейчас, ну, постоянно, типа, просто даже слушать, как она сопит, храпит, для меня это такое умиление, я обожаю. То есть мы можем смотреть фильмы, если она начинает сопеть, как-то храпеть очень мило, мы сразу выключаем звук на телевизоре, чтобы послушать, как она, какие звуки она смешные издает, потому что это так мило, и я понимаю, что это кайф, это радость, реально. Я понимаю, что у меня есть возможность, почему бы и нет. Вот я смотрю, что у Юли Годуновой, что у Лизы Шатиловой, особенно у Лизы, я наблюдаю. Кто не знает, посмотрите Инстаграм, я просто обожаю. У Лизы мальтийская волонка, собачка, она постоянно сидит на попе, как человечек. Вот просто сидит на попе, на лапках, вот так вот. И для меня это такое умиление просто, я не знаю, я из-за этого еще так хочу таких собачек, ну, именно эту породу, мне кажется, не все так любят сидеть. У Юли я, по-моему, тоже видела, что собачка так сидит. Мне кажется, это какая-то их фишка. В общем, у кого есть мальтийская болонка, пожалуйста, напишите про них вообще, как вам они. И если вдруг у кого-то вообще две собаки, тоже напишите, как они ладят, не ладят, когда взяли, как собачка первая отреагировала на то, что вторая собака появилась. В общем, просто поделитесь, я буду вам за это благодарна, потому что... Возможно, ваши сообщения помогут мне решиться, вот, и это будет здорово. Я сейчас пойду монтировать этот влог и, ну, наверное, смою косметику уже, нанесу всякие свои масочки, уходики. И я заказала хачапури и шашлык из ресторана. Ждать, не знаю, минут 40, наверное, еще, учитывая, сколько я болтаю с вами. Вот, вообще хочется просто отдохнуть, сегодня был достаточно насыщенный день. Классный день, много с Кариной болтали и погуляли, кофе попили, сделали дела. Так что я рада. Вот, надеюсь, что вам понравился этот влог. Вообще, надеюсь, что, ну, вы скучаете по мне. Вообще, да. У меня давно не выходили видосы, и вообще, сори за это, извините, пожалуйста. Те, кто меня очень сильно любит и ждут моих видосов постоянно, правда, извините. Я сейчас буду много выпускать видео, по крайней мере, буду стараться выпускать. И скоро у нас будет новый выпуск, как я и сказала, моей новой рубрики. Так что обязательно тоже его ждите. Не забывайте, что у меня есть почта, куда можно присылать свои истории. Просто спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, что вы не разлюбили меня за эти, я не знаю, сколько дней, пока меня не было на YouTube. Я очень много сил вкладывала в свой Instagram. Обязательно посмотрите его, подпишитесь на меня, кто вдруг не подписан, потому что сейчас у меня Инстаграм очень красивый стал, минималистичный, такой прям модный. Так что, кто не видел, обязательно посмотрите, поставьте, пожалуйста, лайк на это видео, если оно вам понравилось, если вы рады
что я снимаю влог и влоги планирую снимать. Вот, и мне будет очень это приятно, правда, потому что я слежу за всем этим, и я думаю, вы знаете, что для любого блогера, который для вас снимает и старается всегда найти общий язык со своей аудиторией, рассказывать всю свою жизнь, рассказывать какие-то свои секреты, может, даже не секреты, переживания, для него всегда важна отдача аудитории, поэтому, ну, короче, вы знаете, что я вам благодарна за все и люблю вас, поэтому... Надеюсь, что вы будете меня поддерживать даже тогда, когда я буду иногда пропадать на какое-то время. В общем, пацаны, оставляйте комменты, вы знаете, я все читаю. Это прям вот не вранье. Конкретно читаю все. Для меня каждое мое новое видео — это в первую очередь увидеть ваши комментарии. Это то, что я делаю в первую очередь, когда выходит новое видео. Постоянно обновляю, смотрю, читаю, ставлю лайки, кому-то отвечаю. Поэтому, пожалуйста, не забывайте оставлять комментарии. Если вы о чем-то подумали, даже если это не сильно в тему, но хотите мне это написать, напишите, потому что я это увижу. Это как будто бы вы отправляете мне личное сообщение. Только его видят все остальные, но я его обязательно прочитаю, просто знаете. В общем, ладно, всех люблю, целую, обнимаю. Спасибо еще раз за просмотр и всем пока.